Всем привет! Сегодня расклад по вашему очередному запросу, который вы просите повторять. И это где ваш суженый для тех, кто в поиске. Вот так. Запрос звучал там другие слова, но я скажу для тех, кто в поиске. Ух ты, вот это вылетело. Прекрасная карта, солнышко, ладно. Итак, на что, на кого, на какие арканы мы будем настраиваться? Это будет императрица и император. Посмотрим, девочки, так как мы смотрим на вас, естественно. Да, в принципе, это все равно, потому что пространство надо будет смотреть у обоих. Потому что мы спрашиваем, где ваш суженый. Посмотрим повествовательно. Мы посмотрим, как ложатся арканы, какое расстояние между вами для вашей встречи. Ну и что происходит или в близлежащем пространстве, или в пространстве вашем и вашего человека. Так, колоду готовлю. Уже. Так, и до начала самого, как бы, включения камеры. Все, поехали. Королева кубков с девяткой кубков, тройка кубков. Девочки, королева кубков сразу как бы, вот первый аспект, который это кубковый, для кого-то это очень развитая интуиция, и вы прям настроили все свои локаторы на приближение любви или вход в это состояние любовного аффекта. Как-то, боже, да, держите вашу императрицу. Есть она так, только я не поняла, что это такое. Зачем тут вам? Локаторы настроены. Чего тут двойка мечей? Ладно, сейчас будем смотреть, потому что вы или в процессе распознавания, или какой-то процесс стопа по прошлому. Видите? И запустили какой-то процесс совершенно... Реально, вот, желание запустить процесс совершенно по-новому. Вы хотите реально тут войти в какую-то такую эйфорию вашего суженого, ряженого. И чтобы войти, ну вот, там где начало, там и конец. То есть хочу сразу все по-быстрому. И главное, что, знаете, время. Вот тут я бы сказала, действительно, хватит терять время. Я больше не хочу терять время. Ну, что-то такое. Или не собираюсь терять время. Вот когда я его встречу, я его узнаю. Я не знаю, с полуоборота, вообще сразу. Вот никаких не будет. Ну, вот тут двойка мечей, скорее всего, тут была какая-то стоповая ситуация. Может быть, когда вы проводили анализ или ревизию ваших ресурсов, или что вы хотите, или кого вы хотите, или куда вы двигаетесь, или как вы будете жить, ну и так далее. Колода, во-первых, нас услышали, колода сразу отозвалась. И вот такой ваш процесс. Ну, Что, девочки, перво-наперво, хочу тут, тут и уже и тут. Отличительная черта, я вам говорю, есть некая эйфория, может быть, еще эмоциональный всплеск, когда вы думаете или настраиваетесь на свою энергию. Может быть, еще подключен эмоциональный интеллект, когда вы считываете, может быть. Что-то такое, что вы начинаете здесь как бы прогрессировать.
идти в будущее, вы понимаете, что оно вот-вот-вот-вот, ну как будто бы для вас оно существует уже. То есть для вас это ощущение моего суженого, моего человека, оно должно быть присуще вам, ну то есть оно как бы в вашем поле. Да, вы можете не знать вообще человека, но вот ощущение, ну здесь даже, понимаете, тут вот оно все переполняет даже это пространство ваше. Вот как-то так. Вот говорю, осталось один шажочек, вот когда я его... Все, дальше, ну как-то вот без какого-то промежутка или вот это потеря какой-то, ну начало и конец, конец и начало, все сразу ищем вашего человечка. Трансформация, о, стоит между вами серьезная трансформация времени. Может быть, ваш человечек также или в поисках, для кого-то будет в поисках своего, ну, своей пары, такая трансформация для кого-то будет. Смотрите, вы же смотрите на ваше будущее, на ощущения, поэтому тут как бы по императору может пройти любое пространство. Я бы говорила, вы именно настроены, но у вас процесс одиночества есть. Вы готовы идти в это будущее, которое вы формируете. А вот что выйдет возле императора? Сейчас будем смотреть, где он. Есть процесс разделения, и этот процесс между, ну как бы показан, потому что здесь идет трансформационные моменты 12-13 сами по себе, они даже так в рядочек встроить, как в ряд, да, в рядочек, и пока как бы на выходе, но выход белая карта идет, то есть это еще, ну, то ли поля приближаются, но это как говорят, на выходе, вот, ну на выходе, скорее всего, окончательной точки пока нет. Я могу предположить, что ваш человек, смотрите, за вас как-то очень мало информации. Могли ли вы выйти из какой-то пары? Я бы, конечно, могли. Но, скорее всего, тут какие-то то ли дружеские, то ли могли у вас быть отношения, то ли такая, знаете, вы перебираете. Ну, не то, что вы перебираете, но как-то понимаете, что это не ваше. Ставите какие-то точки, возможно, печати на кого-то. Нет, ну, то есть не законная печать, а именно такая, что нет, конкретно этот человек мне не подходит. Вот что-то такое. Но более как бы вопрос все-таки в одиночестве. А вот мужчина может проходить или выходить из пары, или проходить некие, как даже семейные отношения. Здесь есть потеря, здесь есть защита собственного мнения, собственного видения и выход на новый уровень, дабы найти ту единственную, ту его. Это может быть как и пара. Но эта пара, тогда он мог состоять в паре, как вам сказать, это серьезные отношения, скорее всего. Или для кого-то, который увенчалась уже, ну, как бы, вот такими процессами у семейных уз, может быть. Человек в поиске. Не вижу разочарования. Не вижу. Скорее всего, есть сумасшедший анализ и также, ну, я, знаете, как бы можно сказать, хороший Меркурий у него в голове. Ну, как-то так можно сказать. Потому что анализ есть, и причем реально может быть этот эмоциональный интеллект
ему в помощь, потому что я подвожу к тому, что могли быть какие-то отношения, когда человек осознает, что все, ну то есть они себя изжили, они подошли к концу, они более как бы слабо его интересуют или теряют, реально теряют силу, ну как бы потенцию, желание, страсти как-то. Все как-то идет то ли по накатной, то ли, ну, как-то есть переосмысление процесса. Он уже томится в этих отношениях, его уже, вообще его, может быть, может быть. Может быть, что его пугают перемены, но это такой напряженный момент в его жизни, скорее всего, что что-то надо менять, а есть привычка к определенно взятому человеку. Вот как-то так привык он, ну, скорее всего, по паре. Но дело в том, что эта пара его не удовлетворяет. Тут, наверное, человек выходит из пары и будет выходить через кризис, ну, как-то. Или вышел уже, я рассказываю вам, пока мы не пришли к императору, он может, знаете, как в этом, боже, помните, вчера, да, я выставляла, по-моему, на жизненных историях, когда у нас колесо фортуны оказалось вообще на дне. Вот как-то так. Поэтому это может быть уже пройден этап, и я вам просто рассказываю, как он шел к таким переменам. А может быть, когда человек сам пока в таких переменах. Но это он сделает эти шаги, но эти шаги для него, ну как вам сказать, не просто даются эти шаги. Ему надо. Во-первых, от него. Тут все, скорее всего, будет зависеть только от него. Он будет идти в поиске новой любви, ну или как бы той своей половинки, которую он поставил для себя в некую цель. Потому что здесь идет вопрос, то ли он что-то осознал, то ли отработал, смотрите, кармический. Отдал союз. Еще раз напоминаю, это может быть как и семейный союз, так и люди в паре. Ну, то есть, я не скажу, что вам тут девственник попадется. Понимаете, в чем дело? Поэтому говорю, тут человек именно в таком процессе. Для вас, не знаю, вы как-то сразу определились, поэтому в вашей жизни могло быть тоже как бы разные истории. Приблизительно я вам сказала. А теперь читаем, пока мы идем к императору. Мог отработать, понять очень сложный кармический союз и понимает, что все, мне надо уходить, потому что это некое разрушение для его личности. Он может идти Сейчас. Тут настроен, ничего себе, настроен на звезду Близнецы. Это мой выбор. Мой выбор. Смотрите, что может быть. Человек выйдет из отношений, он будет совершенно свободен. И дело в том, что в таком его намерении будет стоять процесс не то что поиска. Здесь я бы пока даже не говорила поиска. Здесь некая реабилитация от прошлой связи. Этот человек может быть именно в таком состоянии. Но дело в том, что его не очень-то он не очень-то форсирует сам процесс. То есть он понимает, что ему надо восстановить какую-то свою
реально жизненную потенцию. У этого человека были довольно-таки серьезно сложные отношения. Довольно серьезно сложные отношения, скорее всего, кармические. Да, он будет находиться в процессе восстановления, что император, я реально буду до конца колоды. Что происходит? Ну, тут есть ситуация все-таки, видите, уже сколько прошло времени, поэтому вы готовы уже, вы чувствуете уже этот процесс слияния. А мужчина на данный, ну, то есть, вот какой-то момент, я бы даже говорила на данный, видите, оговорочка, хотела сказать так, на данный момент в процессе реабилитации, восстановления своего я, может быть, даже так, потому что я сделала этот выбор, он мне дался очень, ну, как бы сам выбор дался тяжело, может быть, были какие-то ревности в его сторону, может быть, да, ну не знаю, если человек уходил то скорее всего, не могу вам там сказать, он или из уходил, или его уходили, но сами кармические отношения распались. Процесс реабилитации, он как бы закрылся в нем, дабы ничего не нарушало его покой, но при этом какое-то время, но при этом он не лишен восприятия своего будущего. То есть здесь, ну, не падает разочарование, пока жесткое разочарование, чтобы он... Нет, совершенно нет. Я бы сказала более, когда человек действительно жаждет, думает. Во-первых, компания мужская. Во-вторых, есть некие ограничения, но он себе сам эти ограничения выставил. Вот я пока под... Я пока потусуюсь с мальчиками, ну, то есть я имею в виду с друзьями куда-то, на пиво, вот все, никаких женщин не хочу, вот, а потом я от этого не отказываюсь, но вот потом я этим займусь, так сказать, потому что у меня все равно есть это видение, есть разочарование, но, девочки, тут дело в том, что... То ли его глубокое разочарование именно в его выборе. То есть то, что я думал, меня приведет к успеху, оказалось, что не совсем... Я получил урок, да, тут что-то о бывших, вообще о бывших выходит. И, скорее всего... Ну, не знаю, могу только предположить серьезные отношения. Такие отношения, когда люди могли оговаривать уже совместную жизнь, к примеру, или, говорю, которые были уже в браке. Ну, как-то так. Более похоже все-таки на данный момент я бы говорила именно об отношениях, ну, в большей степени незаконных. Просто отношениях, но человек действительно рассчитывал именно на некий союз. Женщина была проявлена, но потом вышло как-то не совсем то, что он ожидал. Тут еще в этих процессах у него выходит, как вам сказать, скорее всего, девочки, знаете, почему вы суженого своего долго ждете? А это действительно долгий процесс, вы будете, ну, как бы, или уже есть, или долго ждете, ну, извините. Потому что у него, скорее всего, будут вопросы примирения. Он будет проходить вопросы примирения. Пока не уяснится, что это все обман, и никакого будущего, все, точка, никакого будущего вообще, ну, как бы, ну, есть дежавю, да, никакого будущего из этого не выйдет. Ой-ой-ой-ой-ой.
Вот это кого-то угораздило. Потому что тот ваш суженый, он делает, ну то есть это ошибочное положение, и тут вопросы примирения могут быть именно таковы, что люди даже подумают действительно оформить законный брак. Или кто-то, как говорят, разбежались, а потом возвращается в семейный, ну, к семейному очагу, но это будет все очень, как, вот тут уж будет тогда короткое вот это возвращение в его жизни, ну, как бы, самом процессе. Для вашей жизни, для женщин, которые ждут своего суженого, для вашей жизни это более длинное. Ну, то есть, смотрите, еще раз говорю. Боже, так, сейчас, потому что и вам хочу сказать, и тут перепрыгнула. Итак, сейчас я к вам вернусь, девочки. Если этот мужчина будет рассчитывать на вопросы повторения ситуации, тех отношений, в которых он был, смотрите. Даже если подумают внести в ЗАГС, ну, что-то такое законное, могут поссориться у двери ЗАГСа. Или подадут, но все-таки на регистрирование не придут. Или, ну, любые, вплоть до поломок, до землетрясения или еще что-то. Ну, вот полетит все. Или вот человек понимает, что нет, я не могу находиться, я ошибся. Или если возвращается к очагу семейному, то опять же эта энергия будет главная. Я возвратился, но я понимаю, что я провел какое-то время, я задыхаюсь, я не могу, просто не могу. Но вот этот виточек, этот крючочек, он затянет время. Ну, может быть, именно вот это разделение показали, вот этот весь процесс, что человек так проходит. А вы в это время, скорее всего, у вас есть встречи, у вас есть знакомства, у вас есть общение. Ну, как-то так, вы тут во всей красе своей, то есть на вас идут очень хорошие карты, но вы в своем выборе вы поставили ставку именно на этого суженого, на этого моего единственного, который я хочу. И как бы даже если вас окружает море мужчин, которые предлагают остановить свой выбор, к примеру, на мне, вы ставите вот эти печати, которые негоден, ну как-то так, о которых я вам сказала как бы свыше. Ну как-то так. Вы закрываете эти дороги или оставляете вопрос открытым, кормите обещаниями, ну может быть завтраками, или остаетесь с друзьями, ну как бы знаете, дружите, не переходя некую линию, черту не переходя. Что-то обещая, но туда как бы вы не идете. Ну, потому что у вас есть некая стоповая печать. Вот как-то так на вашего суженого. Идем дальше. И после этого, да, вот оно время исцеления. Исцеление прошло полностью, скорее всего, в мозгах. Может быть, если вдруг у кого-то реально что-то с законом, то тут будет и печать это, ну то есть печать на разрыв. И вот тогда этот человек выходит в императора и разбирается со своей, ну то есть вот он готов к новой любви. Ух, он готов к новой любви. Самое интересное, карты скорости идут, а знаете что? Есть связь у вас тут, и эти карты скорости, главное не перестараться. Главное не играйте в перетягивание каната, вот в случае чего.
Потому что помните, что я вам говорила, что вы готовы не терять время, вы как-то готовы сразу в дамки, но только со своим суженым, то есть понимание моего человека. И вы, скорее всего, уверены в этом, что вы его узнаете среди тысячи. Ну, как-то так, есть у вас это понимание. А с мужчиной я вам сказала, после, вот смотрите, мужчина суженый ваш именно, он не появляется в вашем пространстве до тех пор, пока он не сбрасывает любые оковы или послевкусие его прошлой жизни. Он должен обнулиться, в принципе, там был вопрос обнуления возле вас, но тут как бы тоже выходит новый шанс. И тут полностью выходит, он сбрасывает себя все оковы, уходит от этого и получает новый шанс, новый, и этот шанс очень, ну как вам сказать, крепкий. Усердный или как? Скорее всего, он в процессе наблюдения самого состояния развития или процесса развития. И этот человек, вот у него есть настроение смотреть в будущее. Он его как-то несет это. Может, вы ему сигналы даете, но все-таки суженые, понимаете, друг дружке. И может, вы... Так, там было колесо фортуны и да, кармические и отработка кармического и вхождение в счастливые отношения. Есть тут вопрос именно так, есть это, да. Потому что здесь есть некая связь еще. Смотрите, не кармические, а контракты душ. Эти контракты, скорее всего, ваши срабатывают. То есть он идет, ну, грубо говоря, по запаху. Он также знает, что в его жизни есть судьбоносная женщина, его женщина. Но, скорее всего, он впрыгнул в какие-то... Или его впрыгнули. Тут такие карты в конце. Сейчас я вам их прокомментирую. И я думаю, что его даже будут впрыгивать еще. То есть, даже когда он разрулит ситуацию по-прошлому, его будут в это прошлое правдами и неправдами возвращать, пока он не станет в жесткий мечевой аспект свой и прям не разрубит до конца, вот точку, какую-то такую точку поставит, что, я не знаю, поймут там, наверное, по какой-то причине. Здесь очень острые карты далее идут. И тогда он выходит в... Ну, как бы он появляется в вашем пространстве. До этого времени дело в том, что он теперь я понимаю, почему так долго, девочки, извините, но ваш суженый, почему он должен от этого избавиться, дабы не притянуть некую грязь в ваши отношения. Поэтому, пока он полностью не очистится от прошлого какого-то, не стряхнет с себя это все, его как бы вот там такие эти энергии, которые я вам сказала, повешенный и аркан трансформации с белой картой. Смотрите, девочки, очень интересно тут. Так, вас, конечно, там не видно. Ну ладно, я уже так положила. Дело в том, что могут говорить для вас. Белая карта, если у нас в таком срединном процессе легла белая карта, я смею предположить, что вам рассказали рассказ, вам дали объяснение или пояснение. Многие из вас стенают, плачут или говорят, да что... Хотя там нельзя сказать, что женщина, ну, как бы плачет, скорее всего...
она, у нее пытливый такой запрос, пытливый запрос, может быть, даже и ум. А что ж такое? Почему нет? Я готова, я себя прокачала, я вот такая, я открыла божественные энергии, я еще, да что ж такое? Вот тут знакомство, тут, вот хоть этими сетями их выуживай, но все не то и все не так. Ну или может быть еще вопрос, что женщине там вообще все поднадоело, и она просто двери закрыла, вот так. Пока не придешь, пока не увижу своими глазами. К примеру, вот только суженый. Вот понимаете, как может быть еще? Или говорю, мужчины, которых она не, ну как, которых вы не слышите или не, ну, не слышите за свое. Очень, как вам сказать, я не зря несколько раз сказала, вопрос эмоционального интеллекта развит у вас и интуиция, сумасшедшая развитая интуиция. И вам, ну как вам сказать, вы не хотите размениваться на эфемерность. Вам надо свое и пощупать. Ну, то есть, я бы даже сказала, для кого-то из девочек вы или в снах видели конкретный образ, или, ну, как-то, или человека, может быть, для кого-то, потому что, говорю, там очень развита интуиция. И вы понимаете, что, как обычно, хочу то, что хочу, или кого хочу, ну как-то так. И вот именно по этому вопросу вам дают объяснение. Для кого-то это может быть, опять же, девочек много смотрят, женщин, взрослых, не очень. Одни обращают внимание на свой паспортный возраст, как я говорю, другие забыли, что и советую остальным сделать, забыть о паспорте. Лучше смотрите это на звезды. Звезды ваш паспорт. Каждый, получая при рождении свой паспорт звездной россыпи. Вот как-то так. То, что я вам, ну, я, в принципе, сказала вам, что здесь такая ситуация некого еще как закрытия выходит, потому что когда выходит мужчина, ну, грубо говоря, на свободу вот эту, его будут еще стараться как бы, ну, будут здесь стараться возвращать в стойло. Или обязательствами какими-то, или привязками, или что-то такое общее, может быть. Вот, но вот именно от этого всего он просто-напросто должен избавиться конкретно и навсегда, дабы войти в пространство любви. Слышит ли он? Скорее всего, слышит. Вот как у вас? Не могу сказать, какая ситуация у него. Я бы более говорила по вопросу этого мужчины. Он более или приземленный, или более, как вам сказать, знающий эту жизнь. Вот если женщина пошла развиваться, или, возможно, вы рождены с таким хорошим интуитивным, ну, как бы уровнем, то мужчина, скорее всего, изучал жизнь и, может быть, добивался. Или у него в постановке его задачи, вот таких целей жизненных, достичь некого статуса, положения. Но вот дело в том, что, я не знаю, может, вы ему как-то сигнализировали, или по струнам души, или вот тут соединение есть, может быть, потому что здесь уже идет через ангельские состояния, через такую связь,
Ну, как бы может быть, что он начал принимать сигнал нового воплощения. Раз, два, три. Понимаете? А туз мечей у него там на разрешение ситуации уже. В принципе, все мечи, ой, все тузы у него вот где-то и недалеко, кажется, там был и туз мечей выходил. Но выходила именно такова ситуация, что он именно этот союз разрывал или несколько раз, наверное. Вот где-то так. Уже принимал, уже что-то осознавал, потом, скорее всего, возвращался или его возвращали. Ну, говорю, тут вопрос того, что он должен выбрать душу и любовь по душе. А эти пространства, как ни странно, а вообще не странно, потому что здесь женщина работает в этом направлении, даже своими хотелками, своими мыслями. Ну вот говорю, как прокачиваетесь. Пространство этой новой жизни, новой возможности у него уже сформировано. И поэтому еще, может быть, именно женщина, ну, одни будут понимать в процессе понимания, как бы, я знаю, чем я занимаюсь, я знаю, что я делаю. А другие просто, ну, как бы, несознательно тоже как бы в желание входят. Там, где начало и конец, я говорила, что там как будто бы времени, ну вот, времени нету, ну, как бы, вот этот процесс, а его действительно нету, потому что, я имею в виду, времени нету, потому что пространство готово, и сам мужчина, попадая в это пространство, он как бы попадает уже в сформированный клочок, в сформированную сферу, понимаете, как-то так. Ему главное, вот его главный вопрос, это любовь. Открыть, ну, как бы, действительно, и найти свой любимый комочек. Ну, как-то так. Вот вопрос, где ваш суженый, девочки? У него вот такие вот перипетии в жизни, но очень большие цели и понимание того, что мне нужна моя судьбоносная любимая. Ну, как-то так. И осознавание, что он в кармическом союзе или уходит от кармической связи. Я не вижу, чтобы здесь был вопрос того, что мужчина гуляка, перебирает женщин или еще как-то, знаете, не может, там заблудился, как я говорю, в двух или несколько больше соснах или еще. Нет, тут есть отношения. Я вам сказала уже, или такие, или даже такие. Ну, то есть, мужчина выходит, он придет к вам. Ну, смотрите, там еще вопрос может быть. Вот, девочки, особенно обратите на это внимание, потому что вы можете или познакомиться в самом конце. Его не пустят в ваше пространство с грязью, ну, то есть на объединение пространств, чтобы была грязь, но показать или познакомиться, или увидеть где-то на расстоянии, или, как говорят, глаза в глаза, или еще что-то в этом роде, вы как бы уже могли тоже. Но имейте в виду, некто может задаваться именно этим вопросом, испепеляющим вас, что происходит, закипает эта вода в голове, это нормальное состояние тоже, когда-то расскажу. Это процесс трансформации. Трансформация у нас проходит в Скорпионе. В Скорпион сам это горячая вода, горячо. Это огонь и вода все равно, которые сходятся вместе. Когда у нас сходится огонь и вода, у нас идет процесс трансформации. У нас идет вода, загорается вода. Между прочим, есть вода тоже, горит. И
Вода превращается в пар, и это же трансформация. И вопрос именно трансформации вы проходите. Ну, опять что-то вышло, видите, как двойка мечей выходит, некая стоповая ситуация. Причем это любовная история. Дело в том, что в этой колоде вы заметили немножечко необычное. Женщина не закрывается, женщина держит два меча, как бы на неком стопе. Уравновешивание ситуации происходит. Даже, не знаю, выбор не выбор, но мне она более напоминает как некую стоповую ситуацию. Просто вот остановлен процесс. Остановлен процесс, и тоже как бы видите, как интересно. Вот он, конь. Женщина рисует на картине, ну, как бы его изображение, ну, как бы творит пространство. Как-то так. Тоже интересно, интересно. Интересно. Опять пажик у нас, и тут у нас пажик. Так что король мечей выходит. Ну да, девочки, смотрите, скорее всего, мужчина должен выйти в этого короля мечей. Это последний аспект, который открывался после императора. Вот то, что я сказала, что он должен некую окончательную точку поставить. И десятка кукол. У мужчины своя собственная, другая, ну, то есть есть жизнь до, жизнь после, жизнь в кармических и жизнь, ну, по сути, с судьбой за руку, но к этому надо прийти. На вопрос, где, я думаю, вы поняли. Опять пажик, все-таки останавливаемся на пажике, и пажик у нас это счастливая, радостная, хорошая весть. Вам высшие как бы передали. Ну, как информацию. Обратите на нее внимание. Сама информация по себе, ну, как бы должна быть, ну, я не знаю, благоприятной, благотворной. Ну, то есть, пажик несет хорошую информацию. Именно жезлов. Ну, то есть. Если вы это не чувствуете, смотрите, ну просто, как всегда говорю, слушайте расклад как историю, просто как историю. В этот раз просто не ваша история. Если у вас не отзывается, не идет резонанс, просто не ваша история. Посмотрим в следующий раз. Все, я вас люблю, до новых встреч, пока-пока.